Дело пахнет керосином вообще-то. Это же колоссальная угроза. Надо же убедиться, что в нужный момент-то все это сработает. Почему я должен быть богобоязненным и думать о том, что меня накажет Бог, что я попаду в ад, а не в рай? Класс же, да? Это же так хорошо. Привет, друзья, я Григорий Герман, и на старуху бывает проруха, сказала когда-то польская красавица Инга Зайон Сколе Остенбакену через месяц после свадьбы. В смысле, все совершают ошибки. А что значит ошибки в мире прожженных лгунов? Что это такое, ошибки в этом мире? Конечно же, сказать правду. Не специально, скорее случайно. Рубанули правду матку и сами не поняли, а что произошло. Ну или поняли, но было поздно. На этой неделе такие прорухи в виде истинных откровений, отличающихся от генеральной линии партии, посыпались на пропагандонских красавиц и красавцев, как из рога изобилия. Режиссеры, редактора и гостевые продюсеры пропагандонских шоу истекли 7-10 потами, пытаясь вырулить из пикантных ситуаций, в которых их ставили экспертные откровения. Они пытались замаскировать их криками, замазать манипуляциями. Норкины, Трушкины, Поповы, Скобеевы извивались, как ужи между ежами, танцевали нижние и верхние идеологические брейки, выруливая на основную трассу. Но мы-то с вами недаром свой хлеб едим. Поэтому сегодня в нашем топе 5 самых ярких и самых честных откровений российских пропагандонов, в которых нам с вами откроются секреты Полишинели, то есть известные всем. Мы подтвердим то, что уже давно говорим, но теперь практически то же самое было произнесено устами самих пропагандонов. Итак, сегодня очищенные от грязи, помытые и ограненные драгоценные камни истины от российских пропагандонов. Бриллиант Юсина о единственном преимуществе России. Холодное сияние истинного обличия россиян от политолога Сытина. Яркий блеск от Симоньян, когда она говорила о ПВО. Приглушенная такая зеленоватая глубина фантазии Кедми о Черном море. И ослепляющий Ходоренок с откровением о ядерных бомбах. В роли ювелира, который будет с лупой оценивать все эти камни, Александр Мусиенко. А все это вместе — лучшая пропагандистская пятерка! Поехали! Начнем традиционно с пятого места, где в бархатной юдоле лежит истинный бриллиант. Истинный бриллиант истины, как бы странно это ни звучало. Назовем его бриллиант Юсина. Потому что именно он, по сути, признал, что единственное преимущество, которое есть у России в этой войне против антипутинской коалиции, это размер самой России. Все, больше нет ничего. Ничего нового, в принципе, тоже он не произнес, потому что заманить противника на свои бесконечные просторы и засыпать его бесконечными трупами бесконечных холопов, это издревле самая надежная российская военная стратегия. Но в последние 10 лет вся пропагандонская рать, она же порвала себе все отверстия от натуги, пытаясь доказать, насколько Россия вообще и ее армия, в частности, это высокотехнологичная институция, как колосятся в российских приборах микросхемы и диоды, как Сколков вообще и робот Фьодор, в частности, возносят российскую науку до небес. И спорить было бесполезно, ибо это был вопрос веры. И тут вот такое вот, а? Оказалось, что все как всегда, и главное оружие россиян — это все тот же размер и нищета населения, готового за копейки класть голову за царя и отечество. Россия больше, гораздо больше, чем Украина. И с какой бы ожесточенностью украинцы не сражались, их меньше. Вот этот тезис, он на самом деле достаточно популярен не только среди российских пропагандонов, но и среди вполне вменяемых западных журналистов. Россия гораздо больше, поэтому Россия в любом случае победит. А вопрос сейчас стоит не в размере. Понятно, что количество населения, мобилизационного потенциала, оно так или иначе, если смотреть чисто вот так вот, тупо по прямому, по математическому анализу, не учитывая никаких других факторов, да, это имеет значение. Мы не будем спорить. Но что самое важное, и что никогда не скажут российские пропагандисты? Самое важное даже не количество, а важно качество и кто тебя поддерживает, и твое тыловое обеспечение. Сегодня объективно, при всех минусах, которые есть, но украинское тыловое обеспечение работает лучше, эффективнее, профессиональнее и потенциала больше в поставках вооружений, в системной поддержке. Кто у России тыловое обеспечение? Россия не смогла без поддержки Ирана
без поддержки Ирана. Так а что же, размеры, значит, военно-промышленный комплекс, все дела, где это все? Если ходят и клянчат оружие у Северной Кореи, у Ирана, так это же что получается? Когда-то Северная Корея 30-40 лет назад ходила, пардон, с протянутой рукой в Советского Союза тогда что-то попросить у Китая и так далее. А сейчас что? Так вот это деградация, на самом деле, которая свидетельствует о том, что Россия, несмотря на все ее размеры и количество, без внешней поддержки ничего не стоит и в войне победить не может, несмотря на свой ядерный потенциал там и так далее. И вот эта деградация, и вот это то, что настолько опустилась планка. Впрочем, я хочу напомнить, что в принципе в новой российской истории, не только новой, если заглянуть вдаль, Россия никогда не побеждала без союзников. Да. Если у России не было союзников, Российская империя, она проигрывала, чего стоит только русско-японская война, и не только. И, собственно говоря, а я хочу напомнить о Крымской войне, что было с Россией тогда, как затопили флот. И только потому, что Наполеон III провел сострадание и нашел какие-то сантименты к России, это помогло им там ослабить позицию жесткую Запада в отношении России. Так и сейчас. Можете сколько угодно кичиться количеством. Если это количество не перерастает в качественные факторы и показатели, то это не приведет к победе. И плюс, если за вашей спиной нету тылового обеспечения, а где же тыл? Да. Народный, мощный, вот этот, где? Его нету. Ну, походу, его просто нету. Поэтому, чем больше будет поддержка Украины, а я уверен, что она будет со стороны Запада, ну, она будет в любом случае. Со всеми там минусами, своими нюансами, рабочими моментами, но будет. Да. Тем это будет влиять. Я потом могу сколько угодно рассказывать о том, что большие размеры и так далее. Толку с ваших размеров. Вы не можете дать, вы не можете помочь людям на Дальнем Востоке. Вы Японию приглашаете и Китай. Так что, так к чему этот ваш размер? Что он дает? Он дает только, я скажу, что он дает. Размер, он дает только возможность отступать российским войскам, как было во время того, как шел Наполеон на Москву, потому что оперативная глубина. Все. Больше ничего. Но опять-таки никто не собирается наступать на территорию Российской Федерации. И более того, есть еще один любопытный нюанс о том, что Россия побеждала и может всегда мобилизовать вот этот свой огромный потенциал живой силы в том случае, когда речь идет об отечественной войне. Так как это было в течение всей истории, да, когда отечественная война, Россия использует вовсю свой мобилизационный потенциал. Но сейчас для России война вообще не отечественная. Это экспедиционная война, которую Россия ведет на чужой территории. И в этом случае, мне кажется, что весь этот огромный мобилизационный потенциал учитываться вот прямо в своем цифровом исчислении не может. А я скажу еще один фактор. Дело в том, что в России люди должны понимать, что их размер – это не плюс, это минус. Вот если бы они были поменьше, все было бы хорошо. Они были бы богаче, они были бы успешнее. Конечно. И они бы ставили в эффективность свою какие-то достижения науки, экономики. Но не достижения самого. Что такое само по себе территория? Большая, огромная. И что толку само по себе территория, она себя не прокормит, не обеспечит, не решит все проблемы. Потому что этой территории необходимо эффективно управлять. А если вы не можете эффективно управлять всем государственным образованием, тогда дайте людям на местах распоряжаться своей судьбой. На четвертом месте нашего чудесного рейтинга драгоценных камней истины в российской пропаганде политолог Сытин, который сидел себе на эфирах у Норкина и Трушкина, а потом как высидел, как начал выдавать на гора драгоценности, что прям кимберлитовые трубки всего мира обзавидовались такой продуктивности. На прошлой неделе он, напомню, порадовал нас признанием, что россияне — это
агрессивные имперцы. И для них захватывать чужие земли – это норма жизни, и там не один Путин такого хочет, а чуть ли не вся страна. Сегодня он продолжил эту гениальную линию и признал, что мало того, что они захватывать чужое любят, так еще и когда им по сусалам приходится дубовой дубиной, и их заставляют вернуть награбленное в хозяйские руки, они таят обиду и лелеют мечту о реванше, мол, не забудем, не простим и все вернем. Правда, как показывает опыт некоторых соседей, все зависит от количества выбитых зубов и сломанных костей черепа у российского государства. От повреждений, которые оно получает при попытке украсть что-то еще раз. Ну а так, да, истинное лицо российского менталитета гражданином Сытиным описано довольно точно. А вот они говорят о том, что России там нельзя дать победить, что главное не границы Украины. Простите, а что понимается в этом случае под противостоянием России? Чтобы Россия вернула Украине земли? Ну, я не знаю, что там это ничего не у Трюдо меняет. В голове. Может быть, он если, там, если после развода не очень мыслит. Если такое произойдет, и какие-то четко. Земли я будут отобраны, то спустя энное количество времени Россия все равно будет брать реванш. То есть все прекрасно понимают, что Россия в ее нынешнем виде никогда не примирится с тем статусом Украины, на который потому она что мы не чувствуем Украина себя безопасно. Да, ну, я думаю, что это в любом случае произойдет, и даже каких-то нам не надо будет реванш. Да. Вот тут вот очень интересная штука. Во-первых, они таким образом в эфире федерального канала абсолютно четко признают, что все, что их интересует на данный момент, да и вообще в принципе в истории, это территориальные захваты соседей. Что значит Россия не отдаст? И что значит не вернем и будем опять ждать реванша? Тем самым они подводят нас к одному единственно правильному выводу. Значит, нужно сделать все, чтобы России не было в ее нынешнем состоянии. Я думаю, что нужно сделать все, чтобы действительно Россия проиграла, потому что, во-первых, ну как, это абсолютно несправедливая, ужасная, агрессивная война. Цель, одна из целей, которая это территориальная экспансия, но это такая тактически оперативная цель, стратегическая цель, чтобы Украина вообще не существовала как независимое государство, исчезла с карты в том виде, в котором она есть. Поэтому они не могут с этим смириться. И вот опять же таки, в любом случае территориальная экспансия их, она направлена на то, чтобы в конце концов достичь вот той стратегической цели и задачи. Но вот да. Что интересно, и что я замечаю, вот я как-то почитал комментарии под нашим видео, и там, где боты отмечают, значит, все, мы понимаем, те, кто за 5 копеек там сидит, значит, со Сколково или где там их пишут, там с ошибками и так далее, безграмотные. Вот. Но если это все отмести, люди некоторые пишут и реагировали на наше видео о том, что многие в России не хотят думать об имперских настроениях и о том, чтобы новые территории захватывать. Так вот, интересно, что действительно, тогда в чем вопрос? Тогда, может быть, вы там, в России, задумаетесь над тем, что вам необходимо не новые территории захватывать, а вам необходимо отделяться от Москвы как от центра и проводить самостоятельную независимую политику. И тогда вам не надо будет ехать к черту на куличке из Уссурийска куда-нибудь под Тошковку или Новотошковку, гибнуть там, или бороться за села, где, которые уже пустые люди повыезжали, возможно. Да. А вам будет что решать там. То есть необходимо понимать. Я все время говорю, что я же объясняю все время. Вот и делаю это абсолютно бесплатно, кстати. И из чисто каких-то там, я не знаю, побуждений, что не просто, чтобы Украина победила войну, и чтобы Россия отстала от нас и забрала свои войска, а и чтобы как-то на будущее все это исправить. Так вот, глобально, чтобы исправить, им бы подумать, что они могут быть богаче и успешнее, отделившись от всего этого мракобесия, которое им идет, вливает уши с Кремля, о том, что все, значит, мы должны быть... Обязательно мы должны находиться под Бердянском, ну потому что все, это только наша земля, и мы должны за нее... Так как нету восприятия, вот нету, ну вот не воспринимается, вот даже посмотреть, то, что на перехватах есть у украинских спецслужб и так далее, никто не говорит, что они находятся в России, когда они на оккупированных частях Украины, они говорят, мы в Украине. Так оно же штучное, это все притянутое за уши. Понятно, что эти будут, значит, там в Кремле сидеть и говорить о том, что нет,
ни за что мы не отдадим, это наши территории, то есть опять же таки умножить. Но самый главный принципиальный вопрос. Вы скоро потеряете территории на востоке, на дальнем. Ничего не делаете для этого, для того, чтобы защитить. И потеряете территории, которые оккупируете в Украине. Ну вот и все. А остальные части пускай думают, как им все-таки жить автономно, более спокойно и не действуя в интересах Москвы и Кремля. И одна небольшая маленькая ремарка. Специально подсмотрел. А по поводу территории, которую Россия никогда никому не отдает и никогда никому не простит и будет всегда требовать реванша, у меня есть всего лишь два исторических примера. Царство Польское и Великое княжество Финляндское, которые были захваченными территориями Российской империи. После развала Российской империи они абсолютно логично либо стали частью Финляндии, либо вообще Финляндия стала Великое княжество Финляндское стало независимым государством, а Польша получила независимость от России. И что-то никто сейчас уже не говорит о том, что нам срочно необходимо захватывать назад Великое княжество Финляндское и царство Польское. И я два слова скажу из более новой истории. А почитайте и помониторьте вот ситуацию, как Путин вел переговоры с Японией и был готов забрать российское присутствие военное и отдать Курильские острова. Да. Которые, понятно, были оккупированы после Второй мировой. За что? Да. За денежки. За денежку, за инвестиции. Да, да. Вот вам, вот как Россия. И тоже сейчас на Дальнем Востоке за инвестиции не готовы отдать. На третьем месте бриллиантище. В мохнатом бобровом гнездышке. Его нашла Маргарита Симоньян, когда партия и правительство дали ей, как главной пропагандонше, жизненно важное задание. Объяснить простому и непростому московскому, и не только московскому люду, как так выходит, что миллиарды долларов, потраченных в течение последних лет на самое лучшее в мире ПВО, превратились в тыкву, над которой регулярно пролетают украинские беспилотники. Пролетают, ржут и хлопают. От хлопков этих у глубинных россиян несварение образовывается. Причем, пока прилетало по Москве, глубинные в регионах радовались и хлопали в ладоши. Мол, вот буржуем этим по заслугам. А когда начало прилетать в Псков и прочие города, мягко говоря, не столь столичные, по всей России началась эпидемия икотки. Симоньян походила, поискала и нашла вот такие вот сказочные объяснения. Все хорошо, все нормально, ПВО самое лучшее. Просто оно не видит дроны. Всего-то. Вот видите, а вы нервничали. Конечно, мы не можем игнорировать тот вопрос, которым задается любой человек. Общество задается вопросом. А как они вообще к нам долетают? Ну как это возможно? Ну где Новая Рига? Вот где я живу, да, и они регулярно над головой у нас летают и падают рядышком. А где Украина? И я задавала этот вопрос военным. Они говорят, что ПВО не предназначено для того, чтобы замечать и отлавливать вот эти маленькие штучки, потому что тогда оно будет бесконечно стрелять по птицам, по любым. Да? Оно все-таки настроено на более значительные аппараты. ПВО не шмогла и не шможет уже никогда. Получается, выхода нет. Да, приходится терпеть. Получается, выхода нету и не будет. Вот вам, то есть, собственно говоря. И вот они это сидят и говорят, я вот другое не понимаю. Вот она, когда говорит «общество интересуется», это она какое имеет в виду общество? Соседей своих, у которых над головой что-то пролетает и не понятно? Что общество интересуется? Ну так, если общество интересуется, оно должно задать вопросы в грубой форме. Да. Не прийти задать вопросы тем, кто за это ответственный. Это в первую очередь. Второе. Ну вы посмотрите, что делает Россия. Они наплевательски относятся к своему обществу власти. Вот они, но правда некоторые, значит, в Москве наиболее смышленные поняли, что включать сирену-то не надо, но оборудовать ее надо, распилить на этой схеме коррупционный бюджетик тоже надо. Так давайте мы сейчас, значит, купим, но включать не будем. Войны же нету. Птички летают, это птички летят какие-то. Ну подумаешь, нагадили где-то какие-то птички. Ну вот неприятно, да ну что делать? Надо смириться и жить. Вот опять же таки, вот к чему это все идет? Это все ведет к тому, что российские власти, они не заинтересованы в том, чтобы в России были люди, которые называются граждане. Их интересует крепостное право, посполитые, которым ничего не надо объяснять и которых
один из главных ФСБшников российских, он же церковный деятель, патриарх Кирилл, значит, будет призывать к смирению. Обязательно. А вот дроны... Не возникайте, не задавайте вопросы, смиритесь. Птички летают, кому-то прилетит на голову, где-то упадет. Ну, по Божьему на все Божье воле. Смиритесь, да, смиритесь. Да, молитвами, ну, в так... честь патриарха Кирилла можно спокойно отводить эти дроны, да, на молитвою. Да, пускай пробует, да, пускай к смирению. Ну так вот. Так вот, вот это все и проблемы, и в этом тоже. Так, может быть, хватит терпеть и мириться с тем, к чему призывают. Но тогда действительно общество должно задать вопросы, а не некоторые деятели, у которых что-то разбудило и возмущено. Общество должно возмущаться. И самый главный вопрос, который я всегда задаю в таких случаях всем россиянам. А до 24 февраля 2022 года у вас такие вопросы были вообще? Они вообще в принципе у вас возникали? До 24 февраля 2022 года ничто над вашими головами не жужжало, и вы не переживали, и задавались вопросом, а как же это жужжащее и взрывающееся долетает прямо до Москвы? Не было таких вопросов у вас. А что же произошло 24 февраля 2022 года? Вы начали войну. И сейчас эта война возвращается прямо на ваши головы. И эти птички, они гадят не какашечками к деньгам, а бомбами к взрывам. Да. На втором месте у нас тихий и очень сдержанный полудрагоценный камень Авантюрин. Кстати, реальное название камня. Разновидность Якова кварца, в смысле Якова кедми. Этот израильский авантюрин вообще обладает очень мягкой, я бы даже сказал, шипящей, а не кричащей харизмой. Тем более, обработанный российскими деньгами, он обретает очень благородный вид. О внутреннем благородстве речь, понятное дело, не идет. Это же авантюрин. Но вот на этой неделе этот авантюрин раскрыл нам истину о том, что даже сейчас, даже после того, как Суровикин отдал исторический приказ о непростом решении, а крейсер «Москва» и несколько десантных кораблей РФ приняли непростые решения набрать забортную воду в разных количествах вплоть до отрицательного всплытия, Россия все еще питает иллюзии, что сможет воткнуть свою разноцветную тряпку на палке в мягкий песок одесских и бессарабских пляжей. Согласитесь, наблюдать такое рвение на фоне бессилия дорогого стоит. Если Россия не займет Черноморского побережья Украины и не превратить его в российскую, рано или поздно эти крейсеры или другие ракетные появятся на Черном море. То, что они могут появиться на Балтийском, ну, с этим Россия справится. А вот на Черном будет. И этому никто не сможет воспрепятствовать. Никакие соглашения, никакие договоры, ничего. И только одно, что это Черноморское побережье должно вернуться к тому, кто его осваивал, в Россию. Без этого вы подвергаете себя смертельной опасности, которую сегодня даже трудно оценить. А мне интересно, вот кому обращается, вы подвергаете. Это же Яша Кедми. Я знаю, что я слышу, что Кедми, он да. Он же израильтянин, он же типа поэтому такой, знаешь, типа со стороны рассказывает россиянам, что им нужно сделать. Со стороны. Он в Израиле давно не появлялся. Я, кстати, могу сказать, почему. Потому что его там раскусили, и к нему есть серьезные претензии. Угу. Он занимался вот этой, значит, ходил, рассказывал, что вот его служба это большая спецслужба была, значит, да, там да, и так далее. Да. Но он там сбоку припеку был вообще-то. То есть он сейчас вот это его, значит, пропагандистскую, он был там, он в Израиле занимался пропагандой этой постоянно. Но его же за это походу выгнали. И он сейчас вещает о сталинизме на Рост-ТВ. Вот, при этом он же это все объединяет с тем, что вы же должны, но Сталин молодец, значит, то есть там достаточно много интересного. Ну так вот, что я хочу сказать, а какое вам дело, какие крейсеры будут вообще-то в Черном море, а что у нас с правилами судоходства запрещено, это раз. Во-вторых, да, Украина восстановит территориальную целостность, да, я почти уверен, мы должны приглашать в том числе корабли стран НАТО. Да, конечно. Потому что мы стали жертвой нападений и агрессии со стороны России. Да, потому что мы должны гарантировать собственную безопасность. Да, потому что был период времени, когда мы были нейтральные,
и позволили Черноморскому флоту находиться на территории Крыма и выполнять задачи, причем по довольно-таки либеральным условиям, создали им там. И что? Вот они сейчас говорят, вот Украина была как-то настроена. Они истории не знают и не помнят, сколько они получили. Так вот, теперь, конечно же, мы увидели, мы поняли, и нам необходимо укреплять нашу безопасность. И все заинтересованы будут. Поэтому не надо было. Вот опять же таки, вот все движение, вот эта, значит, доктрина, изжившая себя, но она же вернулась. Вот это, но они не могут просто, как там Степашин однажды сказал, если бы не НАТО, Константинополь был бы наш. Да, да. Ну, собственно говоря, вот это движение постоянно к теплым морям, реализация этой стратегии, давай. Ну вот она не жизнеспособна, она себя изжила, собственно говоря. И вот эти сейчас попытки, значит, сказать, что такая стратегическая значимость этого флота, настолько это необходимо. Ну и что? Что показал российский Черноморский флот? Ну что показал? Он сейчас прикован, он прижат к берегам, к Севастопольской бухте. Они редко куда выходят, боятся украинских надводных дронов. Ну то есть, опять-таки, это все идеи тогда. Вот мне интересно сейчас, хорошо, тогда, когда эти концепты возвышались, тогда была идея в том, что необходимо восстановить статус Константинополя как христианского города, значит, откуда пошло православие, значит, отобрать его у Османской империи, отодвинуть турецкое завоевание на восток, да. Значит, это была задача. А сейчас какая? Что с Турцией воевать? Вот сейчас чего добиться, какие говорить о том, что это буферная зона, о том, что, так слушайте, если бы США хотели, они бы томагавками вас достали из других мест. Конечно, со Средиземного моря долетает вполне по всей территории Крыма, даже с запасом гигантским. Ну, а Балтийское море, другие. Ну, то есть, ну, это да, в Балтийском мы отобьемся. Ну да. Чем вы отбьетесь? Где? В Балтийском? Вот это вообще смешно. Уже Балтийское море вообще внутреннее море НАТО. Там Россия ничего не может противопоставить натовским флотам от слова «геть зовсім». Все, что российский Балтийский флот краснознаменный может сделать в Балтийском море теперь, это героически утопнуть. Причем желательно самим, для того, чтобы не мучиться. И все. А тут про Черное море они мечтают. Когда нужно было, американские эсминцы класса Early Bird, эсминцы УРО заходили в Черное море и выходили обратно, для того, чтобы принимать участие в учениях Сибриз. И никто не стрелял по России в это время. Да, вот как-то, да, да, вот да. Ну вот и не будет, в принципе. Если бы они не нарушали нормы международного права, не атаковали Украину. Заберите войска, все, никто и стрелять не будет. Ну зачем? Ну а на первом месте гигантский рубин истины. Красный, тревожный. И нашел этот рубин размером с кулак Николая Валуева один из наших любимчиков. Блаженный среди этих сумасшедших военный эксперт Ходоренок. Он вообще, честно говоря, является большим специалистом по огранке очевидных фактов, которые признают все, кроме самих пропагандонов. Он тщетно пытался вставить им мозги и по поводу хаймарсов, и по поводу леопардов. Кстати, напомню, что из 70 с лишним леопардов фашисты смогли уничтожить на данный момент всего 5 или 6, там разнятся цифры. И по поводу Storm Shadow он им рассказывал, и, конечно же, по поводу F-16. Но была одна сфера, в которой он пока не копался, священная для Соловьева сфера красной кнопки и возможности шарахнуть ядеркой. В принципе, то, что сейчас скажет Ходоренок, эксперты без паспорта с птицей в кармане говорят уже давно и настойчиво. Но тем более приятно услышать что-то подобное от полковника. Полковника армии РФ, да еще и в студии федерального канала. Мякотка. Что касается испытаний ядерного оружия, я вообще вот эту тему никогда не поддерживал в отношении применения, там, гипотетического. Ну, если очень просят. Но вообще-то вот по поводу испытаний, вот я считаю, что их периодически надо проводить. Пускай я в этом плане покажусь экстремистом, потому что, ну, во-первых, как говорится, берем один боеприпас из партии, и проверяем его срабатывание на пониженном уровне, на полигоне «Новая Земля».
Потому что надо же убедиться, что в нужный момент все это сработает. Потому что вообще ядерные боеприпасы – это очень сложное устройство. Это не какой-нибудь, это не чугунная болванка там. То есть, если следовать логике того, что мы только что услышали, Россия из-за того, что она не проводила испытания ядерных боеприпасов, не знает, работают они вообще или нет. Это то, о чем мы говорили очень и очень давно. Каждый раз мы с тобой об этом говорим, когда поднимается снова вопрос использования России ядерного оружия. Дело в том, что еще один момент, вот интересный такой логический вариант построения, вот обращаю внимание, пускай меня называют экстремистом, раз фиксирую, то есть экстремист, фиксируем, говорит о том, что необходимо испытывать ядерное оружие, потому что он не уверен, сработает ли оно. Перевожу на человеческий язык, да прям сюжет из фильма. То есть, это человек, представитель террористической или экстремистской организации, который не уверен в том, что ему впаривает действительно не чугунную болванку, а сложный ядерный боеприпас, требует его испытать. Вот так это выглядит. И кто еще после этого террористическое государство, как они там вещают и обвиняют Украину? Кто, вот, пожалуйста, вообще, и опять же таки, каждое, ты знаешь, каждое наше общение, я в любом случае, пользуясь возможностью, обращаюсь к российским правоохранительным органам, или так называемым правоохранительным. Да. Вместо того, чтобы преследовать активистов, которые хотят улучшить жизнь действительно там в России, займитесь вот этими людьми. Это же открыто человек признается, что он экстремист. Что статью не найдет. И поэтому призывает применить ядерное оружие. Так что это такое? Это же беспредел опять. То есть у вас что, экстремизм на федеральных каналах? Терроризм? Призывы? Аль-Каиду скоро пригласить уже? ИГИЛ кого? Пропагандонская Аль-Каида, которая занимается только тем, что террористически, как это, унижает российскую армию. Вот, собственно говоря, так вот, так к чему же? Ну так вот опять же таки, вообще бардак, распустились окончательно, уже не знают, в темнике заглохли, не знают, что писать, центральной линии тоже нету стойкой, начинают уже, значит, фантазировать и импровизировать. Получается крайне плохо. Получается крайне плохо, в результате садятся в лужу, как обычно. Ну, то есть экстремизм, ну, прекрасно. Вот я вообще, вот хоть бери и пиши, значит, чистосердечное, бери эту цитату с шоу, шей дело. Я вообще не знаю, куда там чекисты местные смотрят. Они вообще смотрят каналы федеральные? Или против них тоже необходимо применить санкции, наверное? Если они не смотрят российские федеральные каналы. Вообще, кто чем занимается? Наплевательское отношение к собственным обязанностям. Совершенно. Обязан. Хотя бы видеть, как распустились их подопечные там некоторые. Согласен. Очернение российской армии в прямом эфире, да еще и чистосердечное признание в экстремизме. Конечно. Если Ходоренок после этого покажется опять в студии, значит, нужно будет, чтобы Бастрыкин застрелился от стыда и от того, что он не выполняет свою работу. Абсолютно. Поддерживаю. Итого, 5 откровений на этой неделе. 5, ребята, но знаете, что самое интересное? Что вот это вот все, это только начало. Они еще даже не начинали, в смысле, не начинали говорить правду. Это так, забылись, проговорились, утратили бдительность и ляпнули ложку правды в бочку отборной лжи. Но тем не менее, тенденция, однако, дальше будет больше. Так что будем наблюдать, отмывать, заниматься огранкой и являть миру те драгоценные камни истины, которые попадаются в мутной воде российской пропаганды. До следующей недели и следующего топа «Лучшая пропагандистская пятерка».